Что такое пожарный отсек? Пожарный отсек – это часть зданий или сооружений, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями первого типа, обеспечивающая нераспространение пожара за пределы этого отсека. Это требование федерального закона 123, точнее определение. В СП 2 есть требования, как должны выделяться противопожарные отсеки. Они должны выделяться стенами и перекрытиями первого типа, либо могут выделяться техническими этажами. В 123-м федеральном законе в таблице 23 указано, что противопожарные стены и перекрытия первого типа – это стены с пределом огнестойкости РИ-150. Соответственно, в нашем с вами общем случае рассмотрим, наверное, самый простой и банальный пример – это торговый центр. В общем случае при проектировании торговых центров, как вы знаете, есть в них там подземные автостоянки, общественные части со всякими магазинчиками, ну и, например, кинотеатры. Вот каждый из этих частей здания выделяется в самостоятельной пожарной отсеке. То есть пожарный отсек автостоянки, пожарный отсек общественной части, пожарный отсек кинотеатров. Безусловно, пожарных отсеков может быть и больше. Это зависит от площади в пределах пожарного отсека. Но сам факт этого выделения позволяет в случае пожара не распространять горение с одного отсека на другой, а говоря простым языком, чтобы все здание у нас не сгорело. Вот что такое пожарный отсек.